Ведерко, да. Там какой-то пик еще был. Белый дельфин пытается показать оффроуд, но... И все. Не-не, там без вариантов, и его будет вынуть очень непросто, я вам скажу. Да, он весит, как три самурая, ровно. Ну, патрол, как я и говорил, эта история надолго. Едет Toyota. Вторую лебедку, ну, там еще доехать. А тут сейчас будет топовые два небольших легеньких внедорожника. Один белый, он готовится сейчас к старту. Второй серый, да? Коксу, Лёнь, давай, коксу. Кого коксу, я тут стою. Не-не, переезжай вот, вот сюда. Да не, давай в колею. Или не проедет? Ну, я не проедет. Тут твердая колея. Сюда. А он не попадает в колею. Вот что его спасает? Да. Что над ним колесом? Мимо колеи. Да. Так, ну патрол вынимают. Там заякорили Вранглер. Идет понемногу. Ну тяжело, тяжело. Что, блатовал, телочек катал, да? Застрял лошара. Это тебе не по-саксаганского гонять. Тяжело, тяжело, тяжело. У индусов, я не помню, на бороде разве ставят точки? Здесь надо тебе, на лбу, на лобе. Подожди, я тебе поставлю. Рус, ты слышишь, рядом? О, тебя? Красивый, все. Поставил ему. Смотри, похож на индус, я на индуса он. Тут очень жестко просто, не под эту машину, Крис. Что? Тяжело, тяжелая очень. Не, шо, в дерево уперся, видишь? Перед ним яма, я. Ну, сейчас перезаедешь. Так, пошел Леня. Едет унизить всех. Стой, стой, Лень! Подожди, бревно. Давай назад. Не хватило клиренса тоже. Леня, Леня, следующий этап лапландеры надо покупать. Не та машина. На лапландерах был дальше проехал, да, на метр? А вот смотрите, кто едет. Вот он, шок-контент. Звезда идет в оффроуд. Сейчас Макс протопчет. Тут главное знать дорогу. Штурман готовит место взлета. Место взлета. Все на лебедках. Запор едет. Блин, чуть не проехал. Да, ну куда я ему показывал, а? Да, он поехал. Ну он, чтобы унизить их полностью, понял? Чтобы полностью унизить. Давай толкнем. Давай толкнем. Давай назад, назад толкнем, пошли. Назад толкнем. Веталь, назад толкнем. Подожди, подожди, подожди. Вы
блин, присел. Нормально присел? Присел жестко. А ты говоришь, запорожец рулит. Да не, он не туда поехал просто. Тут Вранглер сидел только что. Что, надо вытягивать-то? Слышишь? Что за люди? Хотел фотографию, но что-то успел. Да. Руль ровно поставь. Руль ровно. Все, все, все. Коксу, давай коксу пойдет сейчас. Давай газу. Видите, просто руль надо повернуть и все. Это круто. Хорош! Назад! Перегазовал немножко. Раньше надо было назад. Глубоко копнул. Видишь, руль повернул и поехало. Копнул лишнего просто. Надо было раньше назад и вперед опять. Цепляй. Леня подтянулся. Ну то по какому-то полулайту он пошел. По какому-то полулайту, да? Не-не, Леня, Леня! Эй! Дисквалификация, вернись, вернись. Дисквалификация. Ты ленту порвал, елки-палки. Порвал ленту и объехал, понял? А, да. Не, ну так а что это? Леня, блин. Он порвал ленту. Нет, за Тойотой пусть едет. Так, ну весело тут, да? Видели, куда запор доехал? И то, это же сбился с пути, там есть для запора отдельный маршрут был. Но он не понял, куда ехать. Давай, потому что дисквалификация, если не вернешься за 2 минуты. А что, туда поедешь? Да. Не-не, впереди там же хорошие места еще. Куда ехать, понял? И главное, там, и да. краями, куда ехать? Краями и объезжает. Да какая то лайт был, вот хард. Так, вытягивают запор. Давай, давай, едь прямо, все, тут хорошая дорога. Вот, смотри, вон, вот сюда, вот тебе надо и туда, к Запорожцу дальше. Вот где Запорожец? Вон, едь к Запорожцу, да, вот туда едь к Запорожцу. Давай. Так, по ногам вроде не проехал. Оп. Посмотрите, что делает. Просто поперек тойотовской колеи. Раз и поехал. Слышишь, а у иностранца с телочками не получилось, да, что-то? Куда объехал? Стой! Объехал опять колею. Вот же ты ж проехал, по Запорожцу следам надо было. Не-не, ты объехал, давай назад, все. Так тебе зачет никто не поставит. Ты все объезжаешь. Ты хитрый, что ты хочешь? Ты хочешь меня в траншею? Не-не, вот. Так это Запорожская колея. Давай, назад туда, к Тойоте и по Запорожской колее. Как тут копали? Не. А кто это? Запорожец только что тут ехал сам. Да блин, ну... И что, я сейчас в него буду прям въезжать на скорость? Да, да, и он мне уедет. Кому? Переедешь тебе? Через вот это? Да. Вот он. Сейчас блокировку выключу. Туда. Раз и мимо сани туда езжу, чтобы объехать. Не надо объезжать, он же не на харде, у него же дисквалификация, если он объедет. Давай, 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 давай. Да не, ну это что-то ты какой-то лайт выбрал, да? Какому-то лайту. Цепь слетела. Слышишь? Слышите? Одни кадры, что только он здесь, среди этих автомобилей находится. Как он тут оказался, типа с вертолета его? Он доехал дальше, чем Ландрузер. Да ну не ходи. Я тебе говорил, Ландрузер вот здесь сел, он тащил. А он дальше доехал? Да, он Ландрузер вот здесь где-то сел. Офигеть вообще. А, ну да. Так, Леня продолжает показывать превосходство легкой японской машины. Над тяжелой японской. Вон тяжелая. И вон тяжелая. А это легкая.
Так. Ну вот и легкая машина приземлилась. Да, не так тут все просто. Теперь понятен недостаток цепей. Колеса не спадают, но редко. А цепь, конечно, немножко хуже. Но я думаю, здесь бы, наверное, на елке было бы лучше, да, чем на цепях. За счет глубины протектора. Да, она перекидывала. Ну а на скользком, на цепях, наверное, лучше. Да, на скользком, на глине, вот где мы были на подъемах. Конечно, с самураем все проще. Лебедки легко. Подтянулся и поехал. Ну что, звезда опять в кадре. Руль, ровно, ровно руль поставь, да. Право, право, вот так, во. Летел. Вот так, выхлоп печки. Там 80-ка только что лебедилась. Не, ну чуть-чуть дальше запора проехал. Да, на метр дальше. Тоже неплохо. Тоже, да, неплохо. Переплатил, но не сильно много. Что, вытягивай, Влад, твой теперь выход помочь другу. Прикинь, что в запоре лебедка сейчас такая 12-тысячка раз и вранглер выняли. Вот это был бы номер. Так, ну самурай едет. Самурай едет. Такие балабухи у него на колесах поналипали. Ну что, вот твой звездный час. Я бы это не поеду, я мостами сяду. Ты не попадаешь в колею, ты должен проехать. Да? Нет, так я могу. Так ты же сказал, что это читерство, а не по колее. Не-не, одним колесом же ты в колее, значит засчитывается колея. То, что вторая не попадает, ты же не виноват. Да? Ну, конечно. Сейчас он освободит тебе дорогу. Отдохни, пока соберись. Полегче, я же там ехал. Так, дальше экшен продолжается. Нива с матрасом едет ко мне, чтобы меня взять на борт. Нива на узеньких колесиках родных нормально себя чувствует в этой жести. Сейчас Влад цепь достанет и поедем дальше. Вот пока колеса почистили. Да они уже почти очистились. Попробуй как-то натянуть, может. Баба натянул. Может переехать и подтянуть еще? Да, сейчас попробую. Попробуй назад чуть-чуть еще. Руки помыть. Леня хочет почистить протектор. Чтобы показать настоящий оффроуд. Мне кажется, больше испачкал, чем почистил. Рубикон лебедится до сих пор. Но Нива с матрасом включила заднюю, туда, где Запорожец не доехал. Так, ну сейчас мы будем проверять, кто самый проходимый внедорожник в мире. Рубикон, 37, все блоки. Ну и Самурай тоже на всех блоках и 33 колеса. Ну что, Леня, давай! Вы посмотрите, какая у него траектория заманчивая. Что это было, Леня? Меня носит. Леня, руль вправо и вперед, назад не сдавать. Правее. Давай перезаезд, ничего. Проехал. Не, ты ленту правую порвал. Перезаезд, вправо выезжай и по кругу опять назад.
Так ты баллы не наберешь. Вот так вы с Максом и в прошлый раз петляли, объезжали. Не-не, все объехали. Вот Саня нормально и в прошлый раз, и сейчас едет. Не самурай, а монстр просто. Видели, что он исполнил? Женя перекрыл кислород всем. Жека, давай вправо. Он не слышит тебя. Идет. Блин, все равно как-то объехал. Ну, красиво, да. Вот он. Та не, зачет. Лучший внедорожник в мире, тут без вариантов. Да. Без вариантов. Унизил. Унизил всех, короче. Ты видел, он в ручье. Да? Кто-то рубится, да? Да, Жека, обижает. Тойота ж поехала туда, наверное. Давай, Запорожец проводим, пошли.